танцовщиц, поэтому вот пришлось исправлять плохой прием, были замены, выходила Анастасия Маркова. И для того, чтобы атаковать с неудобных передач, естественно, нужен был такой объем атаки Натальи Гончаровой. Очередное очко на блоке, и очень здорово сейчас действует на передней линии Ирина Фетисова и Фернандо Гарай. А мне кажется, просто повезло сейчас Фигарай. И вот посмотрим на повтор. Или это зрячая была, закрыла, да? Она закрыла направление, она одна осталась. Понятно, что это была не самая сильная атака Гамовой. И Гамова пыталась обработать этот мяч...